Нет рождественских морозов, а Рождество есть. Сегодня православный мир отмечает большой светлый праздник Рождество Пресвятой Богородицы, Матери Иисуса Христа. Во всех российских храмах прошли торжественные службы в честь появления на свет в праведной семье Иоакима и Анны, дочери Марии. Помолиться перед иконами Богородицы сегодня устремились верующие, большинство из них – женщины. Пресвятая Дева Мария покровительствует представительницам слабого пола. Ее просят о счастье материнства, о благополучии детей. Из всех православных стран Божью Матерь особенно почитают в России. Пресвятая Богородица никогда не оставляла своим попечением русскую землю. Известны случаи явления Божьей Матери в трудное, лихое время для страны, во время войны, например. Но осеннее Рождество нет елок, увешанных гирляндами. Но сегодня всем верующим и неверующим мир подарил чудесный сентябрьский теплый день. Богородица помогает. Помогает обязательно, когда молится о детях, матери, о детях молится. Господь сказал, что Он никогда не откажет своей матери в помощи, когда ей к ней обращается о помощи к детям. Поэтому вот сегодня мы здесь. Праздник. Праздник хороший, великий праздник.